Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, и мы играем фок. И следующий у нас класс, он пускает не по порядку, конечно, стал. Это разбойник, у меня третьего левела, давайте посмотрим способности. Так, это вот крутится он, как, не знаю, мельница такая, мясорубка, не знаю. Второй это кунай, отравление. Да, и гарпун. Это у нас как, в принципе, как мясо. Мясо. Очень интересный персонаж, класс. Я им, кстати, чаще всего, по-моему, играл в первое время. Потому что он мне нравился. Давайте покажу и вам, что он из себя как таковой представляет. То есть догоняешь чувака. Кстати, я не помню, замедляет этот кунай. Вот, не помню, замедляет, нет. Так, по сути, там сразу гарпун и бьешь его там этим кунаем, потом мясорубкой. Вот, мы загрузили, сейчас мы бьем. Ух ты, блин. Бежим, зомбики. Так, у меня что-то подлагивает чуть-чуть, я не знаю почему. Блин, ну капец, сейчас не успею даже ничего по факту зафигарить. Что у нас тут? Да, кстати, я забыл поставить. А, вот. А, ну в принципе это рядом. Ну сейчас я нарвусь на какого-нибудь педика, блин, капец. И он меня напускает. Ни одного. Интересно. Давай, вот что-нибудь сейчас напоминаю. А, два раза, кстати, он, да, получается? О, мы что-то забрали, смотри-ка. Да, серп. Где сено, короче. Косит, в принципе, это логично. Забрать такой серп. Надо найти какой-нибудь сундучок, блядь, желательно. Вот он, сундучок. Уж надеюсь, что там что-то есть. Ага, надеюсь, и жди. Вон чувака там убили, но я не думаю, что у него шмотки прям нормальные. На первых левелах, если... Не, братан, я с тобой не хочу соревноваться. Пока не найду чего недостойно. Так, что у нас здесь за противники? Ага, вот эти, кстати, можно. Он это. Вот этот чувак, да, вот. Сейчас поменяем. Вот уже хорошо. Уже, в принципе, нормально. Кстати, я что-то не пойму, у нас был этот. Вот это зелье какое-то взять. А не это, блин, ну ладно. Пока у меня все нормально. Тут нет ничего. В принципе, я уже готов к схватке. Тут нету этих ничего. Вот этих вот есть. Вот этого мужика. Ха-ха-ха-ха. О, давай посмотрим. Да. Он еще здесь должен быть. Так, давай-ка. Во. Да ё-моё. Чё в одеялке всякие мне суёте? О! Давай-ка, во. Во, теперь начнется битва. Ну, конечно, не так сильно, как я ожидал. Все равно. И защиту плюс. Так, что у нас тут? За счет этого и урон улучшится. Ну, стрёмно. Ну ладно, в принципе, мы уже достойны биться против соперников. У нас их осталось 8. Так, может, что-то здесь интересное. О! А, одеяние. Так, давайте. Нет, ничего.
О, тут опять кого-то шлепнули. Два чела. Этот убегает. Этот убегает от того. Этот бежит за ним. О, давай-ка. Ва! Что он от меня все бежит? Все непонятно. О! Тоже. Видишь, как он? А, голова. Так, что, больше ничего нету? Ну-ка, давай-ка тогда лидера убьем. Ай, у них синие эти, блядь, шмотки. Ух ты. Давай-ка. Во. Во, теперь красные деяния. Вообще как вампир какой-то. Надо сначала еще подлечиться, да, подлечиться. А то фиг его значит. Подлечился, теперь у нас три человека осталось. Ой, у меня начинает лагать вовремя вообще. Ладно, переподключился. О, ждем. Только не лагайте, пожалуйста. Ух ты, какой-то у него морозильник. Ой, он даже ничего мне не сделал. Да уж. Так, надо вылечиться перед последним боем, финальным боем. Так, давай-ка. Все, бежим. Слушай, ну финальный бой, может быть, красненький что-нибудь найдем. Сейчас попробуем босса завалить. Так, вон он. Ну ладно. Что у нас меня бежит? Ну, да, босса завалим. Пока времени есть. Ой. О, кстати, надо вот эти взять. Так, давай. О, теперь у меня. Хотя, блядь, нахуй, нужна, конечно. Ну ладно, бежим. Финальный бой, финальная битва. Ну-ка, давай-ка. О. Уху. Вообще изи. Он даже ничем не... Ну, мне кажется, некоторые боты здесь, конечно. Ладно, ребят, на этом все. С вами был Шевилер. До новых встреч. Пока.